К этому четвергу в Прикамье 98 241 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 87 253 человека от инфекции вылечились. Это цифры с начала пандемии. Скончалось от ковида 4662 прикамца. На карантине 17 150 жителей нашего региона. В Березняковском стационаре с ковидом 210 пациентов. Амбулаторно лечится 380. На домашнем карантине 1384 березняковца. В наших ковидных отделениях с подтвержденным диагнозом 175 пациентов болеют легкой формой и лечатся дома 422. С начала пандемии 4585 соликамцев выздоровело, летальных исходов 59. На карантине 271 житель нашего округа. Соблюдайте масочный режим в общественных местах, чаще мойте руки с мылом.